каждом дворе, в каждой школе, в каждом офисе, даже среди вас, есть хотя бы один долбоёб. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль. Между прочим, круглый год. Между прочим, круглый год. Я, признаться откровенно, очень рад лечь под этот электронный агрегат. Чтобы капал самогон мне в рот днем и ночью, круглый год. Раньше был он пьющий парень, он остался дурачком. Нет, больше я вот раз в жизни попробовал и больше никогда. А, то есть первый раз вот купил? Естественно. Кондуктор, нажми на тормоза. Zwei dunkle Augen, so heiß wie Feuer. Sie sehen mich an. Ставить палатки там, где я летаю, понятно? Сам бей! Сам бей! Сильнее! Автопром сильнее головы нах! Сильнее! Раз! Еще! Давай. Смотри, мячины какие делают! Хорош! Нормально! Если вам аж не поедет, то что едет, что не едет? Живешь-то где? Я не живу, я существую. И больше никогда в жизни так существовать не буду. Малик Таха, он هو رئيس تحرير صحيفة الرأي العام السودانية. اهلا بك سيد مالك برفقتنا مع قناة الحدث. يعني الرئيس البشير يرأس اليوم لجنة الحوار الوطني منذ اعلان حالة الطوارئ. ما المتوقع من هذا الاجتماع؟ سيد مالك؟ سيد مالك هل تسمعني؟ يبدو أن الصوت ليس جاهزا، سنعود إلى ضيفنا حال توفيه.